Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить The Skyrim. Так, мы направляемся к Седобороду. Я тут вижу пещеру. Честно говоря, очень хочу туда зайти. Но если я слезу, у меня не будет лошади. Ладно, доберусь пешком. Там по-любому что-то интересное. По-любому. Потерянный нож. Генна. Так, кого-то нахоронили на кол. Сохранимся. Я вам заодно покажу один способ, как идеально зачищать пещеры, крипты. Сейчас вот такие. Такого типа подземелья. Почти 100% способ, кстати. Приседаем. Кстати, у нас уровень поднялся. Третий. На запас силы его прокачаем. На здоровье. Еще раз на здоровье. Во. Поднимем красноречие. Так. Поднимем взлом. Поднимем скрытность. И все, у нас больше очков еще нет. Так. Эти подземелья надо проходить от первого лица. Вот, первые враги. Берем лук. И тихо, постепенно, без кипиша. Зачищаем. К сожалению, лук у меня не прокачан пока еще. Но я думаю, на такого рода криптах я его накачаю. Так, подойди, парень. Или девушка. Вылезь, пожалуйста. Пожалуйста. Прощай. Так. Без палева, без какого-либо риска. Зачищаем пещеру. Ох, как я ему в поясницу подал. Бедняга. Если выжил, то инвалид. Так. А тебя куда? Тебя где-то в жопу попал. И все, нет больше тенчу. Ладно. Двигаемся дальше. Блин, упал. Это случайно. Это не запланировано. Так, вижу врагов. Но вряд ли я попаду отсюда. Хотя... О, блин, ты идешь ко мне? Так меня не снесет случайно? Нет, не должно. Блин, не двигайся. Не двигайся! Нет. Только шухер сейчас поднимет. Да. Это не имеет смысла. Такого расстояния стрелять, по крайней мере, на моем уровне. Ну блин, давай же. Короче, пойду без палевного убивать. Лука. Я постараюсь пройти эту пещеру. С лука. Чисто с луком. Да шо ж ты машешь? Так, не ходим. Блин,
Прилавка для нас. Умри. Да, в колено. Отличный выстрел. Говорят, если попадаешь противнику в колено, именно проходит критический урон. Почти всегда. Надо бы попробовать. Так, выстрелим в колено, тебе в пузо. Так, что, не будем брать это ничего. Мне и так прошу прощения. Мне и так инвентарь почти заполнен. Я забыл продать вещи. Прошлой серии. Навык ручное оружие. Хорошо. Нам стрелу и лук. Они не очень много весят. Так, кто-то меня видит. Наверное, ты, да? Точнее, не видит, а кто-то находится рядом. А, ох, блин, и тут. Ладно, пойдем сначала сюда. Готовь, лови. Отличный выстрел. Ну блин, ты черт это. Хотел показать. Думаю, затянется на всю серию. Ладно. А, вот, костяные колокольчики. Да, блин. Еще растяжка. Отлично. Ладно. Бежим. А, обвал. Ну, обвал это не так страшно. Но шорох поднялся. Или нет? Ты вам попал. Плохие эти помещения только тем, что я не вижу, где враги. Откуда они придут, это не могут прийти. Блин, уже попадет. Ну ладно, сейчас мы тебя так стоим. Ой, даже взломил. Ну тут я уже его луком не заводил, тут извиняюсь. Ай, блин, блокировать нельзя. Ладно, получил голову. Ладно, дальше переключаемся. На лук. Блин, лук. А, вот. Золото, отмычка, рубец, паски. Отлично. Перекусим. Покажи. Сюда, наверное? О! Выражение. Попаду, не попаду. Отлично. Блин, упал в осадок, зараза. Ну, блин, не про много вещей. Сейчас прибежит, как придется брать блин. Прощай. Ну, скотина. Ладно. Выбираем свои стрелы. Двигаемся дальше. А, сейчас так ему нужно дать. Скотина. Пугал ты меня? Не тут, не тут. Сволочь, выпал в осадок. Блин. Черт. А вот, как началось. Забрасывай. Продал. Потому что с деньгами сейчас. Там что, издеваетесь? Ты что, еще не все? Ладно.
Это только первая часть этой пещеры. Да, зашел я. Пещерочку. Показать. Лично. Так, ну тут небольшая должна быть. А, блин. Дырка в каменной стене. Прекрасно. Значит, сейчас мы выйдем где-то в каком-то замке. Порте или еще чего-то уже какой-то крик. Драугрен. Ребята. Шип. Так, все. Входим, прячемся. Почти идеальная схема, чтобы зачищать от такого вот такие подземелья. Все, они потеряли меня из виду, можно подходить. Опять выцеливают, опять убивают. Ох, как отлично. Так, следующий. Выходи. О, блин, не убил. А что ж ты будешь делать-то? Хотя, вот я тебя луком забью. Ай, промазал, как он промазал-то. Скотина, скотина. Вот. Хотя подожди, может я тут прикладывать. Прикладывать скотина. Ладно. Задницу, блин. Ковылял. Ой, две стрелы. Ну ладно. В городе куплю железо. И стальные какие там стоящие. Покруче. Так, где-то тут кто-то еще есть. Может тут? Нет. Никого. Может тут? О, лестница, значит, это башня. Или, как я и думал, порт. Так, сундук. Сундук, что в сундуке? Без ловушек? Да. Что? Хорошо. Так, а где трупы-то? Я же поубивал. Вроде как. Или это не тут я сижу? А, вот, это тут. Что-то я потерялся. Так, вино, отмычки. Бухло. Все забираем. А, вот, еще один. Еще я тебя, по-моему, не обыскал. Стрелы. Отличный, кстати, лук этот, древний нот. Вот еще один мученик. Вероятно, попаду я сюда. Отлично. Как бы продвинуться. Мне надо идти под зал. Да, по ступенькам. Там же были ступеньки. Но, но. Да, видно. Голову. Идем. Блин, что-то я медленно хожу. А, надо голову выкинуть. Да, инвентарь переполнен. Хреново. Еще что-то надо выкинуть. А, у меня две кирки. Зачем мне две кирки? Все, двигаемся дальше.
Ужасно. О, блин. Ты не сдавай. Ты лежи. Хорошо. Так, все, еще нету. Да, если бы она мне эту штуку рубанула, я бы расстроился. О, отличный выстрел. Хорошо. Так, надо вытянуть тут секиру. Светлый оружие за меня. 20. Это 21. Ну, это хорошая прокачанная. Выкинем, пожалуй, ее. Стрельбище. Да, вот это не печатает. И чья-то рука. Нет. Это, наверное, ученик тренировался, стрелял. К нему учитель подошел. Ах, ты без дара оторвал ему руку. Значит, моя фантазия разыгралась. Еще такая кровавая. Сохранимся. Так, вот это наш мученик. 4 золота и железное тело. Моя причем. Если вода течет, значит она и есть вода течет. Тихо-тихо. Что-то я заговариваю. Еще один мученик. Красиво. Так, ребята, спокойно. Спокойно. Что ты делаешь? Ребята. Блин, кто не заметил? Вы меня видите? И почему не атакуете, если видите? Ребята! Где? Так, тут никого. Блин, саблезуб! Интересно, попаду я через град? Ха, красиво, отлично. Сейчас саблезуб будет у меня потерпать. Блин, сильный. Хотя ему это прыгнуть сюда. А кто, я ж тебя не убил. Блин, ты понял? Блин. Вот так. О. Я не вижу тут правда. Я слышу что-то, говорите. Ты от меня на бой, но я не вижу никого. Ладно. О, сундук. Молот вообще. Драйм только слиток, яд. И золото. Золото. Все. О, ключ. Личный. Это, походу, ключ от клеток. Ну что, открывать их на эксперте, это как-то не очень. Пусто. Тут волк. Мертвый. Ладно, не могу открывать на эксперте. Так, сюда идти пока. Как-то зайдут. Ты меня не сожрешь? Нет, нет. Клык, шкура, стрела. Хорошо. Блин, кто-то спалил меня. А, вот теперь люди попали. Блин, придется все-таки переходить на голову. Голова. Так, голова у меня самый лучший. 18 урона. Потом голову. И начинаем ломать. Ломать их полностью. Умри. Так, все это лучники. Мимо. Распышка. Опа. Так, за 2 удара. Отлично.
Блин, еще один. Скотина. За два удара ложатся. Отлично. Хорошее это оружие. О, забил под клетку, бедняга. Интересно, ошибаетесь с этим закрытием? Какое-то фаталити нелепое. Это поглова кровавая. Так. Что-то я... Блин, что-то я не могу на лестницу попасть. А, вот ты где. Старшой. Блин. Да ты чё, как же что не победить? Я тебя сейчас порву. Ох, блин! А ты силен. Скотина. Скотина, не подходи. Да я полечусь! Волочь. Ладно, у меня были, по крайней мере, зелья. Да, есть. Пришла, пора умирать, сволочь ты такая. Все. Покинись. Ищи. Все, у тебя даже ничего интересного нет. Так, что тут еще? Что тут еще есть? Медведя забил. Ёпта. Крутой тип. Да, бандита забил. А, ясно, это типа выпускали зверей. Стрелы. Надо с этих лук пособирать. Золото. Что больше у тебя ничего нет. Что это лучше? Вот еще золото. Ну, и знаю, я купил. Топор меня не поместит. Больше ничего. Думаю, стоит уходить уже отсюда. Старшова мы убили. Не такое все большое оно оказалось. Ну да, на всю серию. Думаю, все-таки выйдет отсюда, в это. Да вы гоните. Что, еще не все? Да. Сидеть. И лук. Продолжаем зачищать. Ну что? Че, никого нету? А нет, кто-то разговаривает. Разбойник. Где ты, разбойник? Я тебя найду. Я тебя найду и убью. Давай. Давай. Выходи. Я тебя не боюсь. Вот. Блин, промазал. Как можно было так промазать? Ну. Че, испугался? Я ж помазал. Ну. Давай. Выходи. Я тебе даю честное слово, я больше мазать не буду. Давай, выходи. Вот. Блин, ты еще не сдох-то. Бандита положил за две плюхи. А этому уже вторую пускают. Третью. Размен лучников. Четвертую. Пятую. Скотина живучая какая. Все. Шесть стрел я на тебя потратил, сволочь. А, не падай. Не падай. Дай себе выстрел. Так, 16 стрел. Ну, все, теперь можешь скользить. Давай. Ладно. Давай. Ну. Уии. Блин, не увидел, как плюхнулся, но это было странно. Ладно. Это кривая текстура.
4 золота и 2 серебра. Да, это конец. Этих ребят мы видели в самом начале. Минус успеваю. Я еще решал, в ходе стоял, куда мне идти. Сюда можно спрыгнуть. А, колокольчики. Все, да, это выход. Пещера очищена. Лично. Ух. Это было несложно. Я вам показал самый действенный метод очистки. Пещер от бандитов. Я еще покажу, конечно, на криптах. Там немного специфика другая. Но в основном это так. Делается с луком, тихо, приседи. По скрытности, короче. Пульсов странный. Вот, мы вышли в старин. Что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои видео, ставьте лайки. Мы возвращаемся в старин. Так, как я обещал, надо перекусить. Выпьем вина. Сидим грудку, сидим козлиное мясо, сидим говядину, все сидим, яблочный пирог, хлебом закусим яблочный пирог и сладкий рулет. Отлично, мы подъели. Всем спасибо, всем пока, до новых видео.